Теперь настало время поговорить немного об убийстве. Грядущая песня, написанная Куртом Вайлем для трехгрошовой оперы, стала некой моделью средневековой баллады про убийство. В 1958 году за песню взялся эстрадный исполнитель Бобби Дарин. В репертуаре Бобби были песни в основном простые, ориентированные на подростков. И тут он берется за такую сложную и ужасную песню. К нему, конечно, приходит менеджер и говорит, что Бобби, не положено такому щеголю петь такие ужасные песни. На что Дарин отправляет своего менеджера куда подальше и буквально врезается в хит-парад, где песня завоевывает огромную популярность и остается в течение многих недель на первых местах. Итак, «Mack the Knife». Oh.